Работа, творчество, любимое дело, своя семья, а главное – активная жизненная позиция. Все это объединяет людей особой закалки. И добиваются такие люди в жизни очень многого, даже намного больше, чем некоторые здоровые. Среди ленинск-кузнечан с ограниченными возможностями есть успешные адвокаты, руководители, водители, учителя. Вы всегда рады любым изменениям к лучшему в жизни как города в целом, так и в вашей жизни. Руководство города высоко ценит вашу социальную ответственность и вклад в развитие Ленинска-Кузнецкого. Ваше понимание и доброе отношение. Могу заверить, делаем и продолжим делать все возможное, чтобы ваша жизнь была лучше, комфортнее и благополучнее. Желаю вам здоровья, оптимизма, хорошего настроения. Удачи вам и вашим близким. Спасибо. Ирина Рочева, несмотря на свои ограниченные возможности, отличный профессионал. Педагог начальных классов. Уже на протяжении нескольких лет успешно занимается репетиторством на дому. Любимую работу совмещает с веселым и находчивым хобби. Участвует в ленинск-кузнецком КВНе «Ленком». И несмотря на трудности, Ирина Рочева никогда не падает духом. Если что-то случилось в жизни, это все обязательно пройдет. И жизнь полоса белая, полоса черная. И все обязательно нормализуется, и будет все хорошо. Членам городских обществ инвалидов и всем горожанам с ограниченными возможностями творческие коллективы подарили концерт. Не каждому здоровому человеку удается радоваться жизни таким приятным мелочам. Как раз этому и стоит поучиться у людей с ограниченными возможностями здоровья, но безграничными возможностями силы духа.